Москва, 11 мая, РИА Новости. Перечень товаров и услуг для обеспечения жизнедеятельности жителей арктических и северных районов, предусматривающие ограниченные сроки завоза грузов, могут пополнить жизненно важными лекарствами и услугами по их доставке, следует из законопроекта, поступившего в пятницу в базу данных Нижней палаты российского парламента. Законопроект внесло Государственное собрание Ил-Тумен, Республики Саха, Якутия. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время установлен определенный перечень товаров и услуг для обеспечения жизнедеятельности жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, согласно которому сроки доставки таких товаров ограничены. Закупки товаров осуществляют органы исполнительной власти регионов. Однако из-за недостаточности оборотных средств аптечные организации северных районов испытывают трудности в закупке лекарств в необходимом объеме и ассортименте, так как существующая предельная розничная надбавка на эти препараты не покрывает расходов аптек на доставку. Особенно остро стоит вопрос о доставке лекарственных препаратов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты арктических и северных районов в период бездорожья. Иногда неполучение своевременного рационального лечения из-за отсутствия необходимых лекарств ведет к более существенным затратам на лечение в виде санитарного рейса, говорится в пояснительной записке к документу. Законопроект предлагается включить в данный перечень жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также услуги, связанные с их поставкой.